Я Колегов Олег Анатольевич, инструктор Кремчугской городской федерации кикушин-карате, президентом которой является стоящий рядом со мной Берг Александр Викторович, имеющий первый дан. Наша федерация существует 4 года. В 4,5 уже, в принципе. Вот. Ну, за это время, в общем-то, уже много сделано. Мы как бы занимаемся как подготовкой спортсменов, так и подготовкой каратистов в целом. То есть карате предполагает собой подготовку человека, формирование как личности в целом. Да, и, в общем-то, главная наша цель – это воспитание сильных, здоровых людей. Что, как нам кажется, нашей стране сейчас особенно необходимо. Киокушин карате сделает вас более собранными, дисциплинированными, целеустремленными. И тренировочный процесс в киокушин карате и методики тренировок спланированы таким образом, чтобы человека заставить работать на максимуме своих возможностей при адаптации нагрузок к возрасту и уровню физической подготовки человека. В общем, каждый на своем уровне работает на максимуме усилий, постоянно переступая через свои слабости, через свою неуверенность. Что касается прикладного момента, мы считаем, что преимущество киокушин карате перед другими единоборствами например, в том, что у нас запрещены удары руками в голову. Это особенно важно в детских тренировках. То есть ребенок или юноша занимаясь, там, или девушка, кстати, у нас и девушки занимаются. Ребенок, занимаясь киокушин карате, овладевает реальной техникой рукопашного боя, прикладной, при этом не получая излишней травмы, сотрясений. Это, на наш взгляд, очень важно. То есть травматизм – это очень остро стоящий вопрос. Тренируются у нас разных возрастов люди. Дети у нас подключаются с 5 лет в основном. С такими детьми 5, 6, 7 лет мы проводим, естественно, адаптированные тренировки, направленные на развитие физических качеств, прежде всего координации движений, то есть на развитие вестибулярного аппарата. То есть тренировки носят такой развивающий характер и направлены на подготовку детей в будущем к реальной работе над техникой, над овладением боевыми навыками. Вот. То есть для начала надо ребенка укрепить и развить его двигательные и координационные навыки. Вот. Занимаются у нас и люди как бы пожилого возраста. Вот старшему нашему участнику 56 лет. Он прекрасно себя чувствует, аттестовывается на пояса, проходит тяжелые очень экзамены и жесткие, киокушини действительно тяжелые и жесткие. Вот. Ну и, в общем-то, естественно, группа взрослых людей, в которой есть и спортсмены, и люди, которые просто занимаются этим как физкультурой, людям нравится в такой форме поддерживать свой дух, свое здоровье, вот, укреплять свое тело. Меня уже представили, я Берг Александр, являюсь президентом Федерации карате киокушинкай, которая входит в областную федерацию и Всеукраинский союз киокушин-карате. Отдельно хочу сказать о наших достижениях, пусть небольших, но они есть. Я являюсь чемпионом и двукратным призером чемпионата Украины, призером Кубка Украины. Олег Анатольевич также является призером Кубка Украины и неоднократно занимал места по другим видам единоборств, так же как бокс и борьба. То есть человек разносторонний у нас. Занимающиеся в нашем клубе имеют большие возможности по получению новой информации. Это сборы, которые проводит главный тренер сборной Украины, у которого воспитаны уже многие чемпионы Европы, чемпионы Америки и Японии. То есть информация практически получается из первых рук. Ну и это только сборы областные, всеукраинские сборы. И так, те же самые соревнования тоже. То есть возможность участвовать в них, проверять свой опыт, свое мастерство и совершенствовать, глядя на других. Значит, у нашего клуба сейчас два зала. Один зал у нас находится на Героев Бреста. 86. Героев Бреста 86А. Второй зал у нас находится на 29 сентября. Это зал городского управления милиции.
Вот, там мы тоже тренируемся в понедельник, среда и пятница с 6 часов. На Героя Бреста 86А мы тренируемся вторник, четверг и суббота. Дети с 17-15, взрослые с 18-15. Приглашаем вас прийти и испытать себя. Я очень советую детям этот спорт, это единоборство. И вы увидите, как с каждым месяцем ваш ребенок становится сильнее, целеустремленнее и более уверенным в себе. Поэтому приглашаем вас присоединиться к нам, встать в наши ряды и стать такими же сильными, как и мы.